В текущем году хлебопекарным предприятиям Верхней Волжи будет оказана государственная поддержка по компенсации затрат на продажу своей продукции. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума правительства Тверской области, которое 20 февраля провел губернатор Игорь Руденя. Оказать помощь этой отрасли еще в декабре поручил президент страны Владимир Путин. Компаниям компенсируют часть затрат на реализацию продукции. Федеральная помощь предоставляется с текущего года. Верхневолжье из федерального бюджета получит более 31 миллиона 200 тысяч рублей. Еще 5 миллионов 700 тысяч выделит региональная казна. Предполагается, что получателями поддержки могут стать 19 хлебзаводов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Кибр и других муниципалитетов. Результатом должно стать недопущение роста цен на социально значимые виды хлебобулочных изделий, а также сохранение порядка 3000 рабочих мест.